Всем привет, меня зовут Евгений. Хочу представить вам винтажные часы «Восток». Эти винтажные часы «Восток», значит, не мои. Мне их дал на время один хороший друг. Вот. Они ему достались, значит, он был у кого-то в гостях, и ему подарили. Вот, эти часы, хозяин этих часов там давно умер уже. Значит, они достались ему не на ходу. Он их относил в ремонт. Первый мастер не взялся за них. Сказал, что не сможет найти запчастей. Тогда он пошел к другому мастеру, второй мастер взялся. Там пружинка маятника была погнутая. Он ее подправил. Сейчас они ходят. Значит, это часы «Восток» винтажные, 17 камней. Механизм, скорее всего, 24-16. Секундная стрелочка маленькая внизу. У этих часов, значит, есть окошечко с датой. Часы примерно 1975 года выпуска, позолочены, 10 микрон покрытия золотом. Очень красивые часы. Они также имеют ударопрочный механизм, то есть они при ударе с ними ничего вроде как не должно быть, а также dustproof, пылезащищенные, ударозащищенные, пылезащищенные, по-английски написано. Возможно, эти часы производили в СССР на экспорт, потому что название «Восток» написано английскими буквами. Очень красивые часы, винтажные. В отличном состоянии. Они, значит, ему достались все поцарапанные после полировки. После полировки они стали намного лучше смотреться. Я думаю, вы сейчас это видите. На этом, наверное, все. Это были часы «Восток» 1975 года. Всем спасибо. До свидания.